Основным вопросом на повестке дня 41-й сессии районного совета стал вопрос об организации и проведении мероприятий по патриотическому воспитанию населения Славянского района. Особое значение в этом году теме придал тот факт, что 2018 для Кубани является юбилейным. 75 лет назад Краснодарский край был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На повестке дня работы 41-й сессии районного совета стояло более 10 вопросов. Но основным стал вопрос о том, как в 2018-м, юбилейном для Кубани году, в районе была организована военно-патриотическая работа с населением. В нашем районе был сформирован комплекс мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и битвы за Кавказ. Сегодня мы обсудим, как реализовывались эти мероприятия на практике в нашем районе. Предварил выступление основного докладчика показ фильма, который повествовал о значимости празднуемой даты и основных мероприятиях, проводимых в районе в рамках празднования 75-летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Битва за Кавказ названа историками одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны. 5 месяцев длился ее оборонительный этап. Советская армия перешла в наступление зимой 1943-го. 9 октября этого же года последние захватчики были вытеснены с Таманского берега. Эта победа далась дорогой ценой. Разоренная, истерзанная Кубань – это страшная правда о войне, которую мы должны сохранять и передавать будущим поколениям. С докладом перед депутатами выступил заместитель начальника управления культуры Дмитрий Решмет. Он отметил, что в Славянском районе работа по военно-патриотическому воспитанию – это не разовая акция. Она незримой нитью проходит через общественно-политические, культурно-массовые и молодежные мероприятия. В районе создана эффективная система воспитания, объединяющая школьников и студентов, членов патриотических клубов, поисковых отрядов и других общественных объединений. В военно-патриотической работе принимали участие учреждения культуры и образования, молодежной политики и спорта. Большую работу проделали поселения района. В каждом населенном пункте прошли тематические мероприятия, связанные со знаменательными и памятными датами России, Краснодарского края, Славянского района. Акции, митинги, выложение цветов к мемориалам. Встречи с участниками военных событий, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, часы истории, тематические концертные программы. Много мероприятий прошло в рамках традиционного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который прошел под названием «Овеяна славой. Родная Кубань». Согреем сердца ветеранов, дорогами славы, вахта памяти, уроки мужества и военно-спортивные игры, тематические мероприятия в музеях и библиотеках. Проведение этих мероприятий было нацелено на то, чтобы молодежь помнила историю своей страны. Работа по патриотическому воспитанию не ограничилась рамками месячника. Весной и летом ребята участвовали в велопоходах и тематических играх на знание истории. Но на этом работа не заканчивается, ведь сегодня нашей главной и общей задачей является сохранение памяти о подвиге нашего народа, о высокой цене, которая была заплачена за свободу будущих поколений. Сохранение объектов историко-культурного наследия, увековечивание и популяризация подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны является одним из важнейших направлений работы администрации района. Особое внимание на сессии уделили вопросам сохранения памятников, расположенных на территории района. В муниципальном образовании установлено 65 объектов культурного наследия, 41 из которых – это памятники Великой Отечественной войны. Все они должны быть юридически правильно оформлены и содержаться в надлежащем виде, отметил председатель депутатской комиссии Антон Яценко. Формы и методы использования памятников истории в воспитательных и образовательных целях могут быть самыми разнообразными. Это образовательные экскурсии, организация вовлечения молодежи в историко-краеведческие исследования, поисковую деятельность, работы по благоустройству военно-исторических памятников, образовательный туризм, событийные фестивальные мероприятия, самодеятельность молодежных объединений, волонтерских сообществ и так далее. Обсудив тему, депутаты единогласно признали работу по военно-патриотическому воспитанию, проводимую в районе, удовлетворительной. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».